Послушай меня. Ты должна быть храброй. Сюда придет человек и заберет тебя. Я не смогу пойти с тобой. Так надо. Этот человек, он другой. Он защитит тебя. Пожалуйста, не суди его за то, что он совершит. Мне жаль. Может, однажды ты все поймешь. Сорок седьмой? Это Бенджамин Трэвис. Деньги переведены на ваш счет. Добро пожаловать в Чикаго. Я ценю, что вы взялись за это задание. Идти против своих нелегко, но предательство Дианы Бёрнвуд должно быть наказано. Я бы отрядил одну из команд, но эта работа не для молота, а для скальпеля. Детали роли не играют. Вот именно. Удачи, 47-й. Я подъезжаю. Хорошо. Проникните в усадьбу, устраните Диану. А Викторию приведите к нам невредимой. Сэр. Да, это фургон с мороженым. Да, я знаю. Я от него избавлюсь. Эй, убирайся отсюда, нам ничего не надо. А вашему напарнику? Какому еще напарнику? Пролог. Персональный контракт. В этом задании ключевые личные приборы будут подсвечены. Прежде всего, старайтесь убивать бесшумно и избегать обнаружения. Пора познакомиться с интерфейсом. В нижнем левом углу синяя полоска отображает ваше здоровье. Рядом с ней находится радар. Он показывает врагов, цели миссии и точки эвакуации. В правом нижнем углу показано ваше оружие и то, спрятано ли оно. Рядом с оружием видна желтая полоса. Показывает силы вашего инстинкта. Распрятать. Когда инстинкт слабее, вот удавка. Вы не можете использовать особые навыки. Это вот никому не интересно, все играли так. Подойдите к укрытию прямо перед вами. Когда вы в укрытии, врагам намного труднее вас заметить. Многие найденные предметы можно использовать как оружие в ближнем бою или для отвлечения врагов. Вас пытаются... Блин, я рукожопый. Надеюсь, мне не будут все заново разжопывать. Бег вызывает много шума. Но это можно и использовать для себя. Подойдите к укрытию прямо перед вами. Многие найденные предметы можно использовать как оружие в ближнем бою или для отвлечения врагов. Эй, есть тут кто? Да, у нас по-прежнему проблемы.
вступили в ближний бой. Да ёкарный. Чтобы извлечь всю пользу, я ж надеюсь, я его не убил. Ай, все равно рейтинга нету. Это уже потом. В этом внутри. Можно спрятать еще одно тело или укрыться самому. Ой, ну это уже совсем плохо. Я хочу его убить пистолетом. Вас вот-вот заметят. Индикатор. Да чё он так мимо стреляет, а? Пользу из этой обучающей миссии, постарайтесь оставаться невидимым и убивать бесшумно. Все равно же рейтинга нет, правильно? Правильно. Вот ящик еще, наверное, никто никогда не прятал тело. В этом контейнере можно спрятать еще одно тело или укрыться самому. Чё ж, обучение, убивай сколько влезет. Пролог же. Вы активировали контрольную точку. Если вы погибнете или решите начать сначала, вы начнете с этого места. Используйте, уберите оружие. И чё? Убиваю сколько хочу. Не забудьте спрятать тело. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. Чистое убийство. Ну, все-таки прятать их надо. А какой лысый, хмурый дядька. Подготовка агента 47, а также его обостренное чутье позволяют ему подмечать все, что его окружает. Извините. Меня чуть не спалили. Отлично. Точный прицел или струна из оптоволокна. Выбор за вами. Чистое убийство. Не забудьте спрятать тело. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. Надеюсь, меня было слышно. До этого момента. Конечно. А то будет неприятно все опять записывать. Подождите и прислушайтесь к окружающим. Из этого можно узнать кое-что важное. Хотя бы то, что пучок. Да я могу хоть без глушителя. Вы сняли глушитель стрелять со своего оружия. Оружие без глушителя наносит больше повреждений, но выдает ваше местонахождение. Используйте инстинкт или взгляните на радар, чтобы найти выход. А эта дорога ведет либо в могилу, либо в депрессию. В любом случае, можешь быть уверен. Все время будет лить дождь. На твоем языке никто не будет. Используйте инстинкт, чтобы предугадывать движение врагов. Ой. Да, сколько здесь просто смертных.
но зато хоть сервис хороший. Вас вот-вот заметят. Индикатор внимания, как тебе? Говня какая-то получилась. Он сегодня сюда придет. Используйте инстинкт, чтобы предугадывать движение врага. Этот охранник идет к ограждению. Он не дойдет до вас. Колющие и режущие предметы можно использовать как для смертельных бросков, так и для отвлечения внимания. Выберите цель. Теперь бросайте. Чистое убийство. Вы можете сбросить тело за ограждение. Ваше оружие без глушителя. Оно потревожит врагов. Используйте свои сильвербойлеры с глушителями. Сильвербойлеры. Перезапись видео, как я это люблю. Чего-то мне под него не замаскироваться. Вы переоделись в охранника. Теперь вы можете свободно перемещаться за пределами усадьбы. Учтите, что другие охранники могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Впереди видна оранжерея. Чтобы проникнуть туда незаметно, вам понадобится маскировка. Обманите охранника. Используйте инстинкт, пока не окажетесь внутри и в безопасности. Садовники впереди вас не заподозрят, но вам следует остерегаться охранников. То есть это работает в обе стороны? Я прошел через двор. Вхожу в усадьбу. Приближаюсь к цели. Хорошо. Проникните в усадьбу и устраните Диану Торнвуд. А Викторию приведите к нам, целый и невредимый. Она очень много значит для меня и для агентства. Почему он не услышал криков? Вы проникли в усадьбу. Ваша текущая маскировка вызовет подозрение у охраны. Найдите новую маскировку или избегайте. Вы активировали контрольную точку. Если вы погибнете или решите начать сначала, вы начнете с этого. В одежде охранника усадьбы вы можете войти в саму усадьбу. Учтите, что другие охранники усадьбы... А вот сейчас уже начнется это. Если вы подойдете слишком близко. Дебилизм с вот этим вот... Журнальчик какой-то. Идет мои улики. Находя и изымая улики против себя, когда вы пройдете в эту дверь, система рейтингов будет включена. Будет она включена. Будет следить за вашим стилем игры и вознаграждать за успехи. Вы можете следить за своим рейтингом в левом верхнем углу экрана. Как всегда, методы достижения цели зависят исключительно от вас. Удачи! Используйте инстинкт для поиска важных объектов. Ну, вон там. Снотворные. Хотя лучше бы надо было бы сначала сохраниться, а потом подобрать. Так, а я здесь при прошлых прохождениях брал костюм повара. Ну, можно будет взять костюм повара. Я внесу тайный ингредиент с собой в могилу, мистер. Ага. Это соль? Нет. За кого ты меня держишь? Соль? Ради бога. Я, чтоб ты знал, один из лучших поваров в этом кулинарном аду за океаном. Вы добавляете жидкое масло в свой бомбон. Дай вам волю. Вы самый воздух напичкаете.
Ладно. Оглушите его или убейте. Выбор за вами. Я не буду его убивать. В любом случае, в ближайшее время он вас не потревожит. Я просто выполню хамелеон, что даст 5% к общему счету. Тело спрятано. В этом контейнере можно спрятать еще одно тело или укрыться с... Вы переоделись в повара. Теперь вы можете перемещаться по нижнему этажу усадьбы. В усадьбе никто не может вас разоблачить, но не ходите с оружием в руках. Это вызовет подозрительность. Надо ждать. Ждать надо. А это что такое? Сообщите, если заметите что-нибудь подозрительное. Что-то от последней чашки у меня ясно. Продолжайте дежурство. Я проверю пост у ворот. Говорю тебе, всех клиентов, с кем я работал, это самое странное. Новый помощник повара? Почему мне не доложили? Пусть явятся к моему помощнику после дежурства. Сиди, сиди. Я ж надеюсь, он не помер. Кстати, вот почему вот вещи всех на нас лежат, сидят идеально. Повар же полненький был. А его одежда на нас идеально. Вы спрятались. Если враги ага, не так видели, не видно. Нет, вы в безопасности. Не видно. Это таймлапс, это там. А ой. Нет. Набрав достаточно очков, вы разблокируете вру. Технику. Ничего не таймлапс. Откройте ноутбук, чтобы взглянуть на свой текущий счет и тех. Если верить Бенджамину. Профессионал за испытание. Они пытались, но у них не получилось. Совершенство. Современное искусство. Несчастный случай. Технику, которую вы можете разблокировать. Это что тут надо скинуть, чтобы тут современное искусство получить? Ладно. Найти Диану. Отлично, 47-й. Запомните. А я стрелять не могу. Он идет такой с махами руками. Ага. И такой уже успел переодеться. На курок не нажал. Че, пистолет сам по себе что ли стреляет?
У него так перчатки хрустят. Я должен убить тебя. Зачем ты это сделала? 47-й! Черт, что случилось с этой штукой? У всех есть свои табу. Даже у тебя, 47-й. У нас были принципы. Диана, я... Нет. Я должна была забрать ее у врачей. Я знала, что ты поймешь. Черт! Здесь что-то не так. Ты слабеешь. Нет времени. Но есть шанс. В моем халате письмо. Беги вместе с девочкой, пока Трэвис не догадался. Она не должна стать такой, как ты. Обещай мне. Я обещаю. Эх, ну вот мы с ней покончили. Бег вызывает много шума и может насторожить врагов. Но я-то знаю концовку. Ну, как агент и все, в принципе. Может убивать врагов быстрыми и точными выстрелами. Обратите внимание, выделяя цели, вы быстро тратите очки инстинкта. Поверните камеру, чтобы навестись на врага, затем захватите цель. Это проверка. А то вдруг они еще живы. Это так надо. И пофиг то, что показало то, что они будут мертвы. Ведь они могут быть и не такими. Ты знаешь, кто я такой. Я все знаю. Она мертва, да? Пошли, держись рядом. Куда мы идем? Садись. Поехали. Хмурая, лысая рожа. Ну, профессионал. Конечно же, ну, лишнего чуть-чуть сделал, но оно компенсировано. Вот, все. Осталось только современное искусство, топор, специи по вкусу. Ну, это я почти сделал. Сыграй на бис. Но это все легко. Ну что же,
С вами был Бодя ТВ. Новый Бодя ТВ. Ведь это перезапись Хитмана первой миссии, потому что я все зафигачил. Запорол, короче. Ну что же, всем пока.